Иран продемонстрировал публике первый истребитель, полностью разработанный местными специалистами. Военный самолет с грозным названием «Завоеватель» создан для выполнения боевых задач на малых высотах. Как уверяют разработчики, он малозаметен для радаров и может приземляться на короткие взлетно-посадочные полосы. Президент страны Махмуд Ахмадинежад на презентации не скрывал гордости за отечественную разработку и назвал самолет одним из самых продвинутых истребителей в мире. Развивая иранскую авиацию, мы не стремимся нарушать права других стран. Этот самолет создан не для нападения, а для защиты нашего государства. Это проявление таланта наших изобретателей и нашей военной мощи. Однако на какой стадии готовности находится истребитель, пока не уточняется. Сейчас военная авиация Ирана состоит из устаревших моделей российского, китайского и американского производства. Из-за длительного международного эмбарго на поставку оружия в республике практически не осталось запасных деталей для действующего военно-воздушного флота.